Да, в первую очередь я хотела бы сказать участникам о том, что исторически Мончегорск создавался и строился в суровых условиях Заполярья, как город металлургов. И сегодня на фоне новых производственных задач город должен быть конкурентоспособным именно как место для жизни, место как для работы, для тех людей, которые уже сегодня живут в городе Мончегорске, для новых сотрудников, которые будут работать у нас. Сейчас город активно развивается, будет строиться новое жилье, создаваться современные центры притяжения, общественные пространства. Было принято решение о строительстве нового микрорайона в городе Мончегорске. Вообще, по нашему мнению, проведение всероссийского конкурса архитектурной концепции – это современное, верное решение реализации подобного рода проектов. И поэтому перед нами стоит ответственная задача проведения такого конкурса в составе жюри выбрать финалистов и определить лучшую архитектурную концепцию, да, которую для строительства нового микрорайона в городе Мончегорске. Реализация такой программы по строительству жилья для сотрудников, для будущих сотрудников градообразующего предприятия в нашем городе даст импульс и даст тот ключевой драйвер развития всей территории города Мончегорска и преобразует и поменяет облик всего города. Хочу сказать о том, что перед каждым участником стоит интересная, амбициозная, серьезная задача, да, по написанию архитектурной концепции. Именно ваши концепции, которые будут вам предложены, может стать той концепцией, по которой будет строиться новое жилье в нашем городе. Поэтому хочется пожелать всем удачи, терпения. Ну, пусть победит сильнейший, как говорится. Поэтому у меня такая небольшая речь сегодня. Я закончила, можно передать следующему спикеру.